Ребята, всем привет! Вы на канале Страна и Гирляндия. И сегодня у нас том бег за золотом соревнование. В этом соревновании у нас участвуют супергерои Джинджер, а также генерал Том. Ракетное испытание у наших героев продолжается. Так что, кроме соревнования, мы с вами еще увидим множество запусков ракет. Главная задача наших героев, кто из них большее количество соберет золотых слитков. Кто внимательно следит за нашими видео на канале Fun Games, было соревнование Джинджера против акулы Хэнка. Супергерой Джинджер в пух и прах громил Хэнка, но в определенный момент совершил ошибку. И в тот раз выиграть ему не удалось. Кому интересно, можете зайти на канал Fun Games и посмотреть то видео. В этот раз у Джинджера более сильный соперник, это генерал Том. За этого персонажа мы давненько не играли. Надеюсь, сегодняшний забег будет напряженным. И мы с вами до самого финиша будем гадать, кто же из героев будет победителем. Если честно, я подумал, что для обоих героев сейчас будет сражение с боссом, но нет. Было по одной ракете, но, к сожалению, запустить наши герои их не смогли. Так как кнопки запуска, по которой нужно пробежать, чтобы ракета взлетела, не было. Джинджер гораздо быстрее прибежал на космодром и сейчас запускал одну за другой две ракеты. И да, только что воришка енот потерял несколько золотых слитков и у нас сменился лидер. До этого лидером был генерал Том. Сейчас же супергерой Джинджер пытается переломить ход забега. И по-моему это ему удается, он сейчас находится в локации «Подводный мир». И именно в этой локации он сошел с дистанции в прошлый раз. Генерал Том пытается далеко не отпускать Джинджера. Но по-моему Джинджер пытается реабилитироваться. Да, и вот сейчас преимущество Джинджера составляет уже 300 золотых слитков. Это много. И Джинджеру снова попадается удвоение золотых слитков. Генерал Том немножко сократил отставание, но вот только что Джинджер смог восстановить свое преимущество. Удвоение золотых слитков для генерала Тома, и это отлично. Нужно попытаться вернуть интригу в наше соревнование. Неплохие боковые туннели попадаются Джинджеру. Генералу Тому снова попадается удвоение золотых слитков. Отлично! Отставание генерала Тома было сократилось до 400 золотых слитков, но Джинджер снова начинает уходить в отрыв. В прошлый раз акула Хэнк победил с результатом менее 6000 золотых слитков за 10 минут забега. Посмотрим, сколько за эти же 10 минут забега смогут набрать наши герои. Генерал Том также уходит в подводный город. Это очень хорошая локация для сбора золотых слитков. Но по-моему для супергероя Джинджера любая локация является очень классной для сбора золота.
Да, преимущество в 1000 золотых собранных слитков, по-моему, это очень много. И уже сейчас мы можем сказать, что у нас претендент номер один на победу – это супергерой Джинджер. Единственный шанс для генерала Тома – это сход Джинджера с дистанции. Но если честно, я бы не хотел повторения ситуации с акулой Хэнком. Не могу понять, как у Джинджера получается иметь такое огромное преимущество, ведь генерал Том также отлично идет по дистанции. Только что Джинджер запустил просто огромное количество ракет. По-моему, за один забег нужно запускать 10 ракет, и тогда это будет засчитываться как одна попытка. А сделать нужно будет 5 таких забегов. И снова генерал Том подбирает удвоение золотых слитков. Ребята, вы знаете, я уже сейчас понимаю, что генерал Том сделает намного лучший результат, нежели акула Хэнк в прошлом забеге. Но у него есть соперник, и это Джинджер, который сейчас и является лидером. В отличие от собранных золотых слитков, количество баллов у наших героев практически одинаковое. Вы знаете, за эти несколько минут генерал Том смог сократить свое отставание, но оно по-прежнему очень большое, более 1000 слитков. Круто, ребята, практически одновременно нашим героям попадается подводный мир. По-моему, генералом Томом мы совершили ошибку. Подобрали удвоение количества золотых слитков, но они все находились вверху, и достать мы никак их не могли. Круто, ребята, мне эта локация по-прежнему нравится больше всего. До финиша осталось совсем немного времени. И, по-моему, сейчас можно сказать с уверенностью, что даже если Джинджер сойдет с дистанции, он будет победителем. И нам просто осталось дождаться окончательных результатов наших героев. Интересно, генерал Том сможет набрать 6000 золотых слитков или нет? Отлично, генерал Том еще разок подбирает нужную плюшку.
6000 золотых слитков для генерала Тома и 7000 золотых слитков для Джинджера. По-моему, сегодняшнее соревнование получилось отличным. И надеюсь, что видео вам понравилось. Как всегда, с вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч!